Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Алексей, расскажите, какие цели присутствия на форуме у вас? Что вы тут делаете? Что представляете? Добрый день. Я представляю пивобезалкогольный комбинат «Крым». Это крупнейшее производство в Крыму по производству пива, слабогазированных напитков, воды. И также мы производим минеральную воду. Это предприятие, которое было основано в 1982 году. До сих пор мы выпускаем продукты самого высокого качества. Делаем все по классической технологии. Здесь мы представляем нашу организацию и хотим познакомить публику и российский ритейл с нашими хорошими продуктами. А что вам наиболее интересно, экспозиционная часть или деловая программа? Нам все интересно. Мы свой стенд в этот раз не представляем. Мы хотели познакомиться с партнерами, с сетями и пообщаться с тем, с кем, кому интересны были бы наши продукты. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с нашими новыми гостями.